далеко, как никогда. Ближе только крыльям ветер. Расстояний не заметят ни минут, ни года. Известная певица и рок-музыкант Светлана Сурганова делает бизнес на своем имени. Пойдемте посмотрим. Ее проекты – клубная жизнь, и любое начинание приносит прибыль. Деньги – это эквивалент того, как ты ориентируешься в ситуации. Деньги к деньгам, но никакой роскоши. Светлана ведет аскетический образ жизни вместе со своей половинкой. Ну, конечно, там никаких вилл, дач и каких-то сверхъестественных машин нет. Все достаточно скромно, бюджетно и... Ну, так, самое необходимое. Друзья называют ее чересчур щедрой, потому что Светлана, не скупясь, помогает каждому нуждающемуся. Деньги можно делать из воздуха. Вот, кстати, я этим и занимаюсь. Я делаю деньги из воздуха, потому что я его выдыхаю. Вот, и мои выдохи иногда даже кое-что стоят. Я надеюсь, что это приносит удовольствие не только мне, но и... окружающим. В бизнесе, объясняет Светлана, важно не только уметь зарабатывать деньги, но и грамотно их тратить. Но главный секрет прибыльности дела, утверждает певица, это люди, которые помогают тебе зарабатывать деньги. Немалую роль играет тот человек, с которым я сотрудничаю в данном бизнесе, которому я доверяю и с которым уже сложились многолетние отношения в плане бизнеса, финансов. И Светлана, и ее спутница считают, проекты успешны, если ты занимаешься одним делом. Музыка прежде всего. А бизнес Светланы идет в гору потому, что она создает пространство для творчества. Слов признания другим, среди черных лет и зим. Остаюсь, как прежде, смелой, мне известны все пределы. Ты со мною на всю жизнь. Мораль: если открыты одни двери, не нужно ходить в другие. Если деньги текут от концертов, не нужно пилить доски или шить сапоги.